завтра. Я лично буду вручать ампулу с антидотом. У меня страх, что в любой момент мы можем потерять кого-то еще. Просто невыносимо. А зачем брать так много крови? Лариса Андреевна хочет провести полное обследование. Я рада, что ты жив, здоров. Где ключ к объекту? Да я ключ. Я. Зачем жить в мире, где нет места возвышенным идеалам? Она умерла! Алиса! Алиса! Но она бы все равно умерла. Разве нет? Слушай, красавица, ты слишком взорвалась. Ни хрена себе. Закрытая школа. Развязка. Завтра в 20:00 на ТВ Рус.